Итак, ребята, привет! Сегодня большая посылочка в виде рюкзака. Ждали мы ее около там 15 дней. В общем, что приехало, сейчас глянем. Пакетик пустой. И сам рюкзачок. О, ну только надо шлейки повдевать. Значит так, ткань. Реальная ткань. Пахнет вкусно. Из отделений есть сзади. Ой, как оно открывается. А вот. Одно отделение, потом второе отделение. Потом здесь большое третье отделение. Внизу есть мягкая подкладка. Внутри есть еще отделение. Так, на камере. Да, на камере видно. Вот такое есть отделение, внутренний кармашек. И есть еще вот такой вот карман для всяких, я так понял, денег, там телефона и драгоценностей, которые у вас с собой есть. И здесь уже какая-то такая, наверное, водонепроницаемая синтетика, что-то такое, вроде этого. Так. Замочки, как по мне, работают отлично. Ну и ткань красивая, такая не маркая. Разве что вот это беленькое, единственное место на рюкзаке. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте идеи и комментарии, заходите в нашу группу, заказывайте себе любые товары, любые посылочки. Всех мы ждем вас в группе, пишите администратору. Всем спасибо за просмотр, пока!